Экологи уже давно твердят об экологической безопасности города. И вот в четверг, во Всемирный день без автомобиля, Рязань сделала шаг к улучшению экологической обстановки в городе. К сожалению, не все горожане откликнулись на призыв в силу своей работы или нехватки информации. Знаете ли вы, что сегодня день отказа от автомобиля? Нет. Нет, не знаю. Первый раз слышу. Нет, не знаю. Едем с дачи, ничего не знаем. Если бы знали, ехали бы от самого Дятьково. Автомобиль уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. И для многих рязанцев это не просто средство передвижения, а способ экономии времени. Сейчас, насколько... Наверное, очень важно, судя по количеству автомобилей в городе. Нет, не смогу. С детьми это очень сложно. Когда в школу, в музыкалку, в больницу, везде как бы нужна машина. Он меня кормил вообще-то. А вообще сейчас просто так, в деревне, если ездим. Без автомобиля мы сейчас никуда. Без автомобиля мы ничто. К сожалению, наша реальность. А тем водителям, которые все-таки решили принять участие в этой акции, администрация города гарантировала бесплатный проезд в общественном транспорте при условии предъявления водительского удостоверения. У меня только сегодня за целый день были двое человек. Вот до обеда с утра один человек пожилой ехал. И вот до второго обеда один молодой человек. И все. И, как оказалось, рязанцы без особого энтузиазма отнеслись ко Всемирному дню без автомобиля. Город продолжает жить своей жизнью.